Меня психологи раньше очень сильно ругали, значит, за то, что я продемонстрировал, как за 15 минут можно человека, так сказать, прям вылечить фактически. Я говорю, что это, надо годами заниматься анализом там, и так далее. Вот. Ну, правда, я снимал программу там, доктора Курпатова. Один герой снимался примерно час. Вот. Это только в монтаже уже собирали целиком вот эту историю, как бы сокращенную, чтобы зрителю было интересно смотреть. Тут я не виноватый, зритель виноватый, ему хочется смотреть быстро и чтобы все происходило чудо. С другой стороны, конечно, лет не нужно тоже, если вы хорошо понимаете предмет. Вот. Но почему в час был, а не 15 минут? Я бы за 15 минут делал. Почему невозможно? Потому что, когда вы пытаетесь человеку донести его проблему, вы должны попасть в его способ думать про эту проблему. А способ думать про проблему – это не просто объяснение. Это как-то изнутри его жизни, собственно говоря, создается. Я одну и ту же мысль формулировал для человека как бы с разных сторон, по-разному, чтобы разные части его жизни отрезонировали к этому решению, чтобы у него внутри это решение возникло у самого. Потому что просто дать совет, просто дать инструкцию – так не работает. Человек должен что-то осознать. А если это для тебя новое, если это для тебя вообще другой взгляд на все происходящее, осознать это можно только ощупав это. 45 минут, которые мой шеф-редактор торжественно вырезал в корзину, и говорил, зачем ты столько повторяешь одно и то же, все же понятно. На самом деле непонятно. Часто вот для того, чтобы мы свое решение нашли, мы должны его как бы совсем в разных ракурсах обнаружить. Вот, собственно говоря, в этом хитрость, что непростые, не просто совет, да? Это же должен быть вами рожденный изнутри ответ. Вот. А поэтому вот надо нащупать со всех сторон решение. И тогда только оно станет вашим. И тогда оно только вам поможет.